Полуостр 4-3-2-1. Полуостр не нуждается в представлениях, он прекрасно знаком российскому читателю и любим российским читателем, и хорошо известен всем, кто ценит и любит интеллектуальную прозу. Этот роман необычен. Как видите, в заглавие вынесены цифры, идущие в обратном порядке. Главный герой Анри Фергюсон интересен невероятно, интересен прежде всего тем, что Остер пишет четыре варианта его судьбы, четыре варианта судьбы одного героя. И читателю очень важно проследить, как Остер рисует каждую из этих судеб, что происходит с героем в каждом из вариантов этой судьбы. Это, как все романы Остера, роман, по сути, такой исповедальный, роман очень личный, очень личностный, потому что Анри Фергюсон – это герой, которого можно, судьбу которого каждый из нас может примерить на себя, несмотря на то, что действие происходит в Америке, и главный герой, конечно, особенный человек, и тем не менее, это судьба современного человека, человека вот 20-21 века, чем интересно.